Месье де Лассер, стойте! Извини, друг. Придется кругом. Подождите! Или поверху. Что-что? Всем привет, уважаемые мои подписчики. Ну и, конечно же, привет всем зрителям моего канала. С вами Димка. И я продолжаю прохождение игры Кредо Ассасина Единство. Устраивайтесь, друзья, поудобнее в ваших креслах. Мы приступаем. Как я погляжу, игра в наперстке в муде в этом сезоне. Да кто у них возницей? Пилот? Стойте! Месье де Лассе. Обознался. Простите. Хорошо бы взглянуть на все с высоты. Ну что ж, давайте так и сделаем. Новое задание. Заберитесь на церковный шпиль. Вот он, друзья, впереди. Давайте это и сделаем. Кыш, кыш, кыш отсюда, мой шпиль. Разлетался тут окаянный. Красотища. Генеральные штаты, 5 мая 1789 года. Так вот вы где. Не зашибся, Арно. Бедолага. Да, спасибо за подсказку. Вот, друзья, нам подсказывают воспользоваться орлиным взглядом. Давайте. Ну, конечно, да, здесь прямую просто не пройдешь. Стражи просто немерено здесь. Ну, давайте попытаем счастье. Ну, я думаю, что так не получится. Здесь нам их не обойти. Ох, их сильно много, да. Что-то не так. Ну и слава. Спецом его! Что-то не так. Сильнее, давай! В очередь. Ну, поскольку Арно у нас знатный паркурщик, друзья, грех этим не воспользоваться. Давайте
возьмем крепость эту с этой стороны. Вот и все, мы уже на запретной территории. И вот куда нам надо пробраться, 60 метров до нашей цели. Ну, давайте. Здесь надо уже быть, конечно, предельно осторожным. Как показал нам предыдущий случай, нас если заметят, сразу же выведут за ворота. Арно, не балуйся, слазь давай. Все замечательно, мы уже внутри. Давайте проверим обстановку здесь. Ну, здесь опасаться, я смотрю, нечего. Здесь все в порядке. Ну, вот на балконе, не, хотя это тоже не страшно. Да, здесь стражи нету. Вот впереди, кстати, у нас есть замечательный сундучок. Давайте его проверим. Что у нас здесь? 100 франков. Прекрасно. Мы стали богаче, друзья, на 100 франков. Так, этот стражник где-то там. Он нам здесь пока не мешает. В сторону! Смотрите, какая красота, да, друзья? Умели раньше люди делать. И то, что нынешнее племя. Да куда они делись? О, здесь стража. Новые силы, наконец. А народ обрести новые источники. Снова они. Счастья. Наверное, шли за мной от поместья. Государственный долг. Весьма внушительный при моем вступлении на престол. За время моего царствования еще более увеличился. Идите за кулисы. Давайте посмотрим, где у нас эти кулисы. Ага, вот и кулисы. Так, кто же придет на его место? Еще король? Совет способных людей? В этом весь вопрос, верно? Итак, мир. И о чем это они? Тихо. А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Чем это он сказал, интересно? Ну, видимо, нет. Каким отверстием? Давай, Гюго! Вылез, да? Тогда получай. Так, пространство. Главное, чтоб в угол не загнали. А то их уже двое. Все, наконец-то. Не везет тебе сегодня, да, Виктор? Удачи, господа. Эй, ты, стой! Ты что делаешь? А, бегу! Он убегает! Так, стража впереди. Делать ноги надо. Саш, ты можешь?
Эти гражданские еще здесь. Так, давайте по крышам пойдем. Ах, подстрелили Арно. Так, туда не пробраться. Пожалуй, придется ждать их дома. Вернись, гад! Тебя тут клянусь! Так, замечательно. Вот мы уже практически дома. Все, вот мы на месте. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка, и продолжение следует.